Привет, ребят! Всем привет! И мы в новой квартире. Да, мы сняли. Да, мы это сделали, мы ребята! Мы слишком хорошо с ребятами, мне показалось, что они вполне нормальные для света. Мы им доверились. Да. Здесь большой минус, здесь есть просяки. Да. Так, сейчас мы покажем вам. Да. Погнали. Рум-тур. Рум-тур. В общем, вот такая дверь у нас. Деревянная. Утепленная. Это хорошо. Вот такой вот маленький коридорчик. Да, квартиру мы сняли практически полупустую, стоит заметить, поэтому не удивляйтесь. Нам разрешили с этим животинкой. Она всем понравилась, я думаю. Здесь у нас швейная машинка, представляете? Вот такой вот переключатель. Это мега неудобно, но ничего страшного. Сейчас, вот. Это пока найдешь, поклацаешь. Вот такой вот туалетик. Туалетик. Который мы будем красить. Да, мы все договорились, что мы можем делать здесь небольшой ремонт, согласовывая с хозяевами. Вот такая вот ванная. Здесь у нас будет такой фартук, мы сделаем из плитки. В общем, ремонт. Плитка даже есть. Нам, будем там, снимать ремонт наш, да? Нам плитку подогнали, но там под ванной лежит плитка много. Да, просто Сережка ее положит. Да, все. Да. Как раз вот опыт научиться положить плитку. Здесь, конечно же, как вот знаете, такая есть. Да, это, кстати, нам очень пригодится, потому что мы сюда сложим наши сумки дорожные. Теперь вот такой вот встроенный шкаф, сейчас шикарный. Сейчас покажем самое главное в этой квартире. Изюминку просто. Изюминку. Покажи кухню, потом не покажем. Вот. В общем, встроенный шкаф, купе, практически без купе. Холодильник. Купе без купе. Холодильник, замечательный холодильник. Работающий, чистенький, замечательный. И, конечно, красивая кухня с ярким таким вот шторкой. Очень красивая, мне прям нравится она. Минималистичная, так и более нормальная мебель. Да, я бы еще вот эту вот штуку в белый бы покрасила. Да. В общем, вот так вот красиво. Здесь красивенный фартух. Мне он просто в любовь моя. Я прям влюбилась в него. Мне кажется, он очень красивый. Кухня яркая. По-любому здесь будут самые вкусные мои еда приготовляться. Пространства у тебя мало, конечно. Ну, ничего. Все замечательно. Печечка у нас газовая. Духовка. Там даже, представляете, осталась еда. Да, и сковородочка. Вот. Вот такие у нас. Видите? Это я не знаю, что, кстати. Может, там что-то стояло? Не знаю. Как вы думаете, что это? Надо сходить спросить, что это такое. Даже цветочек у нас есть, да? Ого. Опа, это столик разлаживающийся, наверное, какой-то был, нет? Ну, смотри, что такое еще. Ребят, потрясающий вид из окна, пахнет зеленью. Боже, у меня сейчас чуть телефон не упал. Держи аккуратно. Пахнет зеленью. У нас четвертый этаж. Я вообще... Зелень там в окно лезет. Я тащусь. А это наш балкон, кстати. Да. Если честно, ребят, очень мне нравится вид из окна. Покажем. У нас все, изюминку этой квартиры. Стулья. Такой да. Смотрите, какие картины потрясающие. Да, ребят, вот это у нас... У нас трех комнат, по цене двух. Там можно залезть еще в одну комнату. Ой. Может, там бомж спит? Так вот, та-да-да-дам! Это какой-то прикол в истории, потому что они сделали такую кладовку из куска комнаты, а потом забрали кусок комнаты и сделали такую кладовку. Да, там на самом деле размер комнаты, ну вот смотрите, здесь вот идет такая комната, и вот здесь. Так, ладно, мы забежали вперед, в общем, вот такая комната большая. Это будет наш зал, и мы думаем здесь Соньку расположить. Ну, а здесь будет наша спальня. С потайной комнатой. Да. Вот. С балконом, чтобы я мог только в себя выйти, короче, на балкончик с кофейком. И там ноутбук поставить на том столике каком-то изолированном. Мы решили покрасить балкон. Вот такой вот у нас балкон. Я хочу Сережку попросить, чтобы он мне помог. Мы с ним починим стулья, сделаем их красивыми. Да.
здесь перетяжку, он умеет. Да, так умеет. Что... Купим прорунные. Да. Смотрите, у нас реально очень много, и их реально очень классно можно переделать в офигенные стулья, поверьте. Да, их скрыть, белый цвет покрасить, сидушки поменять, и будут вот такие просто крепкие, офигенные стулья. Это нормальные, да. И наших много. Да, у нас их здесь 2-3, там 4. Вот эту вот табуретку тоже можно покрасить. В общем, мы будем... Сейчас. Вам пока. В общем, ребят, впереди... Будет апгрейд этой квартиры. Впереди мы хотим... Я не дорог, смотри, 500 всего лишь, ребят. Да, да, кстати, без агентских. Мы ее напрямую. Нам, я считаю, очень крупно повезло, потому что такое же состояние квартиры сдавали, нам предлагали за 3800, за 3600. Вот там водопищевой сколько? 3. 3? А, нет, 3500. Это 3500. Я тоже помню, что 3 с чем-то. Она была намного в худшем даже состоянии. Это такой типа косметический ремонт, самый дешевый сделан. Да. И если вы думаете, что мы дураки и сняли какую-то хибару, поверьте, я вижу в этой квартире большущую перспективу, потому что здесь очень классные хозяева, они молодые, они нормально, адекватно воспринимают происходящее, что можно, ну... переделать что-то, улучшить что-то, они не против, что очень классно, в отличие от тех, кто держится за советскую мебель, с клопами, ковры и так далее. В общем. Сейчас мы будем делать генеральную уборку полностью, побираемся, избавимся от всей жирности и будем потихоньку вечером уже переезжать. Все-таки. Мы счастливы! Да. Очень много белой так, краски. Так, ребят, у нас, в общем-то... Будем снимать сегодняшний день на телефон, Ирин, потому что у нас закончилась память на автопарате, домой идти скидывать. Потому что мы перестраховывались, записывали их тайненько. Ну, вот так случай, с вами да. Иметь дело. Вот, короче, что мы сейчас делаем? Мы сейчас идем в магазин, покупаем химию, дихлофосы. Нам бабушка посоветовала хороший дихлофос на его, говорит, забрызгайте им все хорошо и уйдите отсюда вот, на ночь, садите квартиру, что тут все пропитает. Все подохло, живность. Вот, Ирин, зайдите. Вот мы так сейчас сделаем полностью генеральную уборку. Забрызгаем все в итоге и уйдем с утра. Утром прием будем пережить утром уже. Кстати, хочу сказать, что у нас довольно приличный подъезд. Смотрите, какие пластиковые окна стоят. Все чисто, не разрисовано. Знаете, на самом деле, именно за это я люблю. А не люблю девятиэтажки и люблю пяти, шестиэтажки, четырех, двух. Потому что здесь все друг друга знают и не гадят в подъезде. Поэтому, когда ты выходишь в подъезд, ты, блин, чувствуешь себя таким же ровно человеком, как и в квартире. То есть все чисто, все убирают свои площадки. И это здорово. У нас во дворе здесь ветеринарная клиника. Да, тут красиво. И одновременно ветеринарный магазин и клиника. Сейчас перечил. Да. Апельмон. Апельмон, вот он сразу. Это мы вышли буквально с подъезда. Здесь вот эти красивые вот такие лианы, винограда. Он жалко помёрз, наверное. Домофон. Вот. Да, кстати, кнопка есть, домофона нет. Ну, это пятиэтажка, поэтому не нужен он особо. Гляньте, как тут красиво у соседей. Вау, вообще. Я тоже хочу наш балкончик приукрасить. Ой. Они даже скупляются. Так, ребят, в общем-то, мы уже дома. Вот так вот. Вау, это можно классно придумать. Мы теперь с вами можем таким образом общаться. Игра красиво, видео будет. Может, прямой эфир так лучше провести. Да, так будет лучше провести. В общем-то, ребят, мы уже дома. Мы пошли, купили химию. Пипец, на 200 рублей получилось. Вообще ни о чем купили. Да. Ну, мы купили дихлофос Нео, нам бабушка посоветовала. Ну, он, конечно, оказался дорогой. 40 рублей стоит. Еще плюс купили моющий для пола Доместос, тоже он стоит 1,40 и покушать взяли. Сейчас покушаем, будем делать генеральную уборку, а потом пойдем с Ирой в Аврору, она купит там подарочки на конкурс. Да, кстати, Бетти такая у нас приличная, я в шоке, очень воспитанная. Когда мы общались, она так спокойненько себе легла, обнюхала все, рассмотрела, а потом легла возле наших ног и не отходила ни на шаг просто. Мы так рядом с Сережей стояли, она прям четко между нами так легла. Я так посмотрела еще, хозяйка квартиры так посмотрела, так умиленно, так скажем. Вот, в общем, мне не стыдно за свою собаку. Это очень радует, что она не носилась, не гавкала, ни на кого не грызла, ничего тут не делала такого. Ну, в принципе, вообще никогда такого не делает.
переехали. Мы перенесли все за раз. Ира уже поехала на... Ой, я хочу здесь ее тронуть. Эту штуку уберу. Она сломалась. Диван белый, мягкий. Ира поехала на практику уже. Ну, когда приехали сюда, автобус я уже ехал. Она быстро села и уехала. Ей вообще подхватило. Вот. Успела помочь там занести несколько вещей. Я, наверное, раз 5 избавить. Спасибо ему большое за помощь. Вот, бегали на 4-й этаж заносить вещи. Это просто капец. Я весь потный, мокрый. Но мы смогли все за раз занести. Вот так вот. Это очень классно. Так, сейчас я буду все разлаживать. Нет, сначала я протру. Там, где я брызгал дихлофосом, да, его мы, кстати, не снимали там особо. Мы здесь, в общем-то, все помыли, все поубирали. И по итогу забрызгали по инструкции, как было написано, все пороги, все двери, дверные рамы, трубы канализационные, да, все мы забрызгали конкретно дихлофосом, дихлофос Neo. Я вам, кстати, могу рекомендовать, но, собственно, могу прийти проверено. Бабушка посоветовала. Продается, мне кажется, в каждом магазине. Мы зашли в магазин, первый купаж, он там стоял, продавался за 30 чем-то гривен, 30, почти 40 гривен. Вот. Все забрызгал полностью, конкретно я весь баллон выпшикал. И мы ушли, и вот мы сейчас пришли, возле порога было, наверное, труба 4. Один полудвох, вот такой же пытался выбраться через дверь, чтобы на коридор не хватило, они отбежали все туда, по идее. Вот. В комнате я зашел, в комнате валялся паук черный. Это пристрелный паук, я не люблю пауков. Но даже паука грохнуло, как бы. Как бы штука такая классная, поэтому могу вам спокойно его советовать, почему нет. Вообще супер. Вот, сейчас буду разлаживать все вещи наши. Протру обязательно, где я брызгал, чтобы сама собака все-таки. Еще хочу позвонить за интернет, подключить интернет. Вот здесь у нас есть кабель, осталось только позвонить с ними, договориться. И надо будет, наверное, сегодня пополнить счет. Уже вечер. Мы с вами последний раз виделись, когда Ира была на практике своей, а я начинал уборку. После этого уборку я закончил. Ты почти снимал, да? Немножко. Уборку я немножко закончил, почти. Не совсем, вот буду продолжать. Мы сходили даже к бабушке, забрали все остальные вещи. Большое спасибо бабушке за цветочек. Да, вот такой вот у нас Феликс. Я его так назвала. Феликс? Хорошо. Вот. Сейчас мы готовим себе кушать и покушаем, будем отдыхать. О. Да, я же буду оформлять справку переселенца тоже по этому договору, поэтому мы и оформили ее на меня. Да. Ну, чтобы уже вопросов там не задавали, а то там любят. О, почему на Иру? Как так? Ребят, извините за звук, это у нас крышки жарятся, поэтому вот так вот. Мы голодные, а на самом деле, мне очень сильно нравится картинка, у нас свет хороший, здесь есть где будет это делать. Да, и идеально на подоконнике уголочек, как статьи. Да, мы с вами можем разговаривать даже по утрам, вообще супер. Ладно, ребят, всем пока, спокойной ночи, подписывайтесь, ставьте лайки и до завтра. Всем пока. Мы вас любим. И спасибо вам большое, что вы спасибо с нами. Спасибо за хорошие комментарии, которые вы захотели сейчас нам написать. Да. Всем пока. Пока-пока.